перечень электронных услуг открытого акционерного общества «Азерреших» добавились новые. Так, новая онлайн-услуга позволит абонентам видеть полную историю своих платежей. Это поможет оставаться в курсе состояния транзакций в системе. Кроме того, заявки местных и иностранных инвесторов на подключение к сети «Азерреших» теперь будут рассматриваться в течение 20 дней. Отметим, что «Азерреших» предоставляет своим абонентам в общей сложности 19 электронных услуг посредством «Асан-Коммунал». В новых услугах активирована функция предоставления доступа к истории платежей абонентам категории населения и обращения в электронном виде в связи с повреждением счетчика у абонентов категории ненаселения. В то же время иностранные и местные инвесторы смогут подать заявки на подключение к электрической сети «Азерреших» в режиме онлайн, не посещая центры «Асанхидмет» и «Асанкоммунал». Для более оперативного реагирования на обращения абонентов по изменению абонентского кода, число которых увеличилось в последнее время, была добавлена новая услуга. Заявку можно подать через мобильный телефон. В этом случае она будет рассмотрена в течение суток. Новая онлайн-услуга, позволяющая абонентам видеть историю своих платежей, позволит им быть в курсе прохождения платежей в системе. В то же время на электронном портале в онлайн-формате будут осуществляться обращения и подписание договоров. Абоненты смогут подписывать договоры посредством «Асан-Имза».